загружаем игру. Или куда? Да, загружаем его. Загружать? Да. Ты меня закрыл. Всем привет, подписчики. Угу. Мы играем в Garten of Bombang вторую часть. Ну, два. Поехали. Там так. Что здесь надо делать? Первую карточку надо. Я вообще, ну, тебя ее не мало там. А, вот она. Я немножко там разобрался, подписчики, и теперь понял, что здесь написано. Что это? Я не понял. Так, да, тихо, дай я почитаю. Дай я почитаю, переведу. Это пришло и укусило вас. Everyone's gone. Everyone's gone, это все убежали. And whispers from the abyss just keep getting louder. И шепот с этого фигни начался громче. Мне кажется, что я видел лицо или два, которые смотрели на меня. Хорошо, ладно. Понятно. Ничего непонятно. Как ничего выключить записку? Ничего непонятно, но очень интересно. Мостик у нас включился. Куда мостик должен идти? Туда. Куда не, не туда, а... Ты смотри, ты закрываешь? Смотри, ты меня закрыл. Мы пишем с тобой видос, а ты это закрываешь, блин. Надо вот так. Вот так. Махай. Так, поехали. А, куда нам? Направо, да? Да. Еще раз нажимать? Направо нам. Не надо. Куда не надо. Появился мост, и мы идем направо. Угу. А как сюда спуститься? Просто так? Просто идти надо. Хорошо. Если что, это просто. А нельзя как бежать? Шифтом бежать? Как бежать? Ваня потом тебя... О, я знаю эту пацанку! Вот сюда вот заходите. Написано «Паук реальный». Заходите. Здесь написано записка. Что? Написано... Что паук реальный, реальный паук, паук реальный. Поднимаемся наверх. Так, нам нужна карточка, правильно? Кто это? Кто? Ай, это нам-нам, его зовут нам-нам. Ну, наоборот, бан-бан. И что, он будет за нами следить? Нет. Особенно написано. Паук настоящий, и он скоро придет. Нет, не нажимай кнопку, паук же исчезнет. Давай на него нападем, давай. Ну подожди, нападем, ну нам же надо куда идти с тобой? Проходить, что мы будем, ждать кого-то? Все, пока. Положи руку. Мы ушли пока, нам-нам. Нам-нам его зовут? Нам-нам, да. Так, хорошо. Только надо его прогнать. Он до сих пор там? Он ушел уже. Hey, you there. I can see on the cameras. I am so happy to see you. And I need your help with something. Wait, can you even hear me? Hello? Hello? Listen, if you can hear what I'm saying, wave at any camera. Oh, thank God. I'm so glad you're here. I thought this was the end. I was looking around and walked into the security room. Then the door closed behind me and I've been stuck inside since. It needs a light blue key card to open, but I don't have it. I know why you're here and I can help you, but you've got to get me out of here. If I recall correctly, only maintenance workers held the light blue key card. So you're gonna have to go down to the maintenance room and look there. The door there is probably locked as well, and I can't open it from here, but I do have control over the break room door. Here, I open it for you. See if you can find anything useful in there. Что здесь у нас есть? Антенна бьет. Антенна? О, антенна. Здесь можно стульчики кидать. О, отлично. А что это за торт? Но нельзя есть. Дальше что? Дальше что? Иди. Куда? Дрон, дрон! Нажимай на кнопку. Где дрон? Не так, а где дрон? А, вот он, все. Нажимай кнопку. Какую? Красную? Вот эту, что ли? Ага. Она там... Когда она зеленая... Так дрон не работает, смотри. Кнопочка, нажми. А, вот он. Вот
Елки-палки. Так, лети сюда. Сюда. И что произойдет? Тебе надо вот это вот проходить. Тихо. Oh, the good old drones. I lost mine a couple weeks ago. Maintenance workers used them for all sorts of things, like reaching high places and grabbing things that fell into the abyss, and sometimes even comfort. It's good that you have one. It might be useful in our little conundrum. Take a look around and see if you can figure out how to get into the maintenance room. I'm unsure if it can be of much help, but wave at the cameras if you need my insight. Так, подсказка. Ты ожидаешь удар от нижнего до верхнего. Рауль. Девятый. Где Рауль сидит? Что делать? Надо кнопки помнить. Хорошо, искать. Сейчас. Нет? Хорошо. Так он синий. Тогда я вспомню, подожди. Не-не-не, вот смотри. Сначала нужно... А, подожди, синий стол нужно сначала. А ну-ка. Тём, что за бред? Ага, дальше куда? Смотри на подсказку там. Так, подожди, там посмотрю. Тут же столы не подписаны. О, угадали. Я дальше. Так, ты дальше. Угадали опять, смотри, что творится. Что творится? Опять угадали. Да мы даже не смотрим подсказку, это возможно. Подожди. Уже опять угадали. Так. Подожди, где мы начали? Мы начали там, правильно? Пришли сюда, потом сюда, правильно? Угу. Дальше нам куда? Посмотри на подсказку. Опа. Опа-па-па. Теперь сюда, что ли, получается? Опа. Невозможно так. Но мы это сделали. Нет. А теперь нам осталось три штуки. Так, у нас где не нажато. Там, ага. Ой, и там не нажато. Так. Так, хорошо. Сейчас. Наверное, вот тут, скорее всего. А это нажато уже. А, это первый был, получается, правильно? Угу. Первый. Осталось только... Нам осталось два стола всего. Какой? Этот или тот? Да, этот. Ай! Что заново? Ёк-макарёк, блин. Заново, всё, вообще офигею. Так, ладно, теперь бежим сюда. Теперь нам сюда, правильно? Угу. Теперь сюда. Теперь вот сюда, правильно? Ну да. Теперь вот сюда. Возвращаемся сюда. Так, мы потом сюда нажали, а нам нужно сюда нажать, правильно? Этот стул, блин. Этот, правильно? Смотри, угадали. Опа, все. Там дверь как-то. Дверь открылась где? Там карточка. Подожди, какая дверь открылась? Не это, ну там, вот это вот, серая. Кто там? Там карточка. А-а-а, вот она. А давай дом перекрасим. Дом можно перекрасить. Давай перекрасим. Sweet. Какой цвет? Now you can go down to the maintenance room. Remember, you're looking for a light blue key card. Good luck and thank you. Всё. Где выходить? Где выходить? Да. Посмотри на дрон теперь. Ух ты, прикольно. Всё, пошли там дверь открывать. Можешь карточку взять? Зелёный. Угу. А я знаю, как этих всех зовут. Так, все открываем. Кстати, у меня так, это кто такой? Это нам-нам. Нам-нам сказал, это хорошо. Не иметь друзей. Быть одиноким. И быть одиноким, как я. А это кто такой? Шериф Тодстер сказал. Он сказал, ухаживай за другими, как бы ты хотел, чтобы ухаживали за тобой. С уважением. А это кто? Уитка Сиен. Написано, я могу быть
с медленным, но я быстрый. А, не, я могу быть медленным, но я быстрый на помощь, если кому-нибудь необходимо. А Вот у так вот. меня, кстати, игрушка выйдет косит. Ну что здесь? Ага. Так, напоминаем всем работникам. Работать в группе не меньше 2 человек. Носить с собой фонарики все время. Фонарики можно найти в комнате для оборудования. Если вы в прямой конфронтации с пауком, это может посодействовать большому шуму. Создайте много шума, насколько это возможно. И помощь придет. Понял? А я знаю кассеты, где находится. Да я понял, что ты знаешь, но я-то не знаю. Я поэтому буду пока вот так вот бегать. Розовое это назад, синее это туда, куда мы. Куда, туда? Ну куда мы только что шли, вот сюда. Все, ты понял? Так понял. Понял, так понял, да. Только что-то еще там, я вижу. Подожди, кассета. Мы еще не добрались. Вот видишь, какие эти полочки леса? Вот там кассета лежит. Где? Вот тут? Да, вот. Опа, а мы давай? забрали. А что, а можно... Это проектор, видишь? Нет, помнишь, так телевизор показывает, там Так, кассета. смотри. Написано, помните, нужно себя оберегать. Одевайте. Кого? Хардхэт? Это шлем. High Visible Vest. Это, скажи мне, светоотражающий жилет. Дрон Привет. вызывай, дрон. А подожди, дрон, что с ним делать? Там кнопки надо нажать. Кнопки. Вот сюда его вызовем. А крутой дрон. А что он не нажимается? Ну, сейчас. Еще когда выйдет третья часть, мы ее снимем. Хотя она и так похоже вышла. Пим-пим-пом. Так. И что дальше? И что дальше? Еще одна кнопка там. Где там? Тю, ёлки. Что тут придумали? 200-500 кнопок, блин. Дрон еще, пока вот это его порегулируешь. Ну, дрон просто сумасшедший. Ага. Сейчас дверь откроется внизу. Внизу. А че не вверху? А че вверху не дверь не открывается? Там карточка. Блин. Бу. Бу, очень страшно. Прям капец. И что делать с ней? Ну, теперь. Наверх идти? Ну. О, кто это? Кто это? Господи, что это такое? А что он съел? Это нам мама. Так а что он съел? Мы же должны были убежать. Мы должны убежать от него. Нажмите И, чтобы реинкарнироваться. Ну, нажмите И, чтобы возродиться, да, так? Да, возродиться. Так. Что опять нужно? Ну, карточку мы забрали, правильно? Еще раз, забирай. И нам бежать нужно сразу. Да, на синие девочки. Так. Вот там, на потолке. Да я вижу, что там потолки. Блин, я аж сам пересрал. У меня сердце чуть не А чего он опять нас съел? Потому что ты остановился. Блин, так там не зажглась фонарик. Так он зажегся, когда ты только встал. Так и обосраться можно. Обосраться? Ну а что сделать? Зажди фиасел. И обосраться. Так, давай без этих уже. Собирать. Дополнительных элементов. Забирай карту. Побежали. Побежали.
А где теперь его найти? Зачем? Все? Все, мы пошли. Все, мы ушли. Все, пошли наверх. А мы какую карточку с тобой нашли? Серую или синюю? Не помню. Так, теперь нам нужно в эту комнату. Сюда? Ну да. Опа. Что это за шевеление? Это опять этот паук прибежал? Нет. А тут что у нас? Письмо. А. Кто? Ну, письмо, если прочитаешь это письмо слишком быстро, то и все. А, ты Three birds with one stone. I get all of your key cards. I get the perfect specimen. And I don't have to deal with a thing down there. And it's all thanks to you. Oh, come on. I didn't hit you that hard. Or maybe I did. Either way, it's best you take a nap while I prepare for our little surgery. Я тоже не понимаю. Может, там прям поприготовил, там что-то какой-то специмен. Манька, операция, он сказал там. Да, я знаю, он сказал там. Так, что это происходит? Кстати, мы заснимем завтра третью часть. Ты подожди, третью часть заснимем, мы еще вторую с тобой не прошли. Ты третью сама заснимаешь. Подожди. Подожди. Еще вторую не прошли. Что это за больница? Больница. Так, все, давай это оставляем на завтра, хорошо? Ок. Все. Всем пока. Всем пока, мы до завтра. Завтра придем. Угу.